Сегодня наша серия будет посвящена баку на этой, на этой машине. Собственно, вот в чем проблема. Surprise, motherfucker! Вместо бака у меня там живет собака. И на случай, если кто-то решил слить мой бензин, я вместо собаки решил поставить туда импровизированный бак. Пойдемте, я вам его покажу. Вот он, бак. Он поставится на родное место. Но вместо бензина мы туда зальем дизельное топливо приблизительно вот так. А все остальное мы туда насыпем. И если кто-то решит все-таки слить бензин, он будет зашкварен. Если он это зальет себе в машину, то прилипнет на промывку всей системы. Ага. Собственно, ставим бак на штатное место этого чуда автомобиля. Он будет использоваться не только как бак, а еще утяжелитель, так как мощность избыточная в этом автомобиле. Ну и сюда мы зальем, соответственно, дистопливо и насыпь. Все предельно просто.